У меня двое насыпь. Продамаженные оба, на гранате. Зеленки тут у меня уже. Он хилится у меня, с забором. Убил. Я знаю, я понял. Тело ему. А он по тебе дробовиком стрелял или по кому? Нет, по тебе. Я ему сбоку вышел. На втором. Ты сейчас ходишь? Нет, я сижу на улице. Или на третьем? Второй или третий? Одного убил. Честь. Где убил? Второй, третий? Со второго на третьем этаже. Ты где? На втором. На ступеньках. Кто вылетел, друг? Убил его. Я зашел. Ты железо, да? Ага. Да. Дал хай на третий. Ох, ёлки, у него мьёльнир, блин. Так, выкину здесь тэшку тогда. Если хочешь, хватай. Этому битому кафель. А, это он, понял. Я на улице. Да, он у меня справа, значит, стоит. Дробовик, походу. Ёб, граната! Готов. Что-то два дробовика поссорились, что ли? Просто. Тут Сига и дробовик поссорились, понятно. Ты миг прибежали. О, доки. Давай красную карту. Карт там. Что, много упрошу, что ли, или что? Вообще, жадный. Тут опять у меня есть. Похоже, я на бота вижу, опять, кстати. Все боты у тебя сбежались. Так и есть, походу. Отлично. На танке двое. ЧВК. Дальше 125. Ну, конечно, такое себе. Ну, давай попробуем. 164 тысячи, блин. Происходит, собственно. Внутри? Да, на третьем. Здесь повсюду трупы, вид мне страшно. Я у шаурмы.
Здесь решаловские, понятно. Решаловский и его друзья, аккуратно. О, биткоин, лапкарта, сюда. А, вижу. Под лэпом, под лэпом. Убил одного. Еще там направо уходит вдоль камней. Двое. Надамажил, не убил. На гранате. Ой, этот мертвый. Еще один должен быть. Был на камнях сверху. Я здесь. Он на гранате был, наверху. Я здесь, не кидай. Все. Не кидаю больше. Убил. Он тебя выцеливал дробовиком. Он по мне садарки тапал, я понимаю. С этого не прям, ну. И тапаем по друг другу, стоим просто. Как ковбои, бля. А потом мы встретили их. Все, 40 хп пойдет. Сука, заметил меня, тварь. Я на первом. Да, я знаю. Гранату кидает аккуратно. Гранаты могу покидать туда, скажем. В окна, в коридор. Какой-то лазер... А, это дождь, господи. Мне вот со стороны магазина чисто страшно, то, что кто-то там может сидеть. Да, он там и сидит, походу. Со стороны магаза он. На третьем. Да. Нифига не видно, блин. А, вот он. Бля. Вектор. Ну, вектор я не перестреляю с ЭПОхи. Тут уже без шансов. Но было неплохо. Четверых что-то я убил. ПОшечки, блин. А, МП7. Ну, все равно было без шансов. У меня отдача 126, а у него просто в точечку все стреляет. Убил.
Рикошетнуло первое, видели? Ну, кровь точно была, я думаю. Вижу. Готов. А это горностай должен быть, я так думаю. Вот это был бот, а слева был ЧВК. Ладно, давай посмотрим, разберемся. Горностай Калаш. Дробовиком. Я попал по нему. Кстати, даже мне показалось, что я попал ему в глаз, в правый, первым шотом. И почему-то он не сдох. Интересно, почему? К сожалению, мы не увидим, он боком упал. А чё все с горностами бегают? Это мода какая-то нынче? Чё шо? Пусть я не попал. Так, ну, Юсек минус. ТТСВДшка это босс по мне стрелял, интересно, или что это за херня? По кустам бегает и стреляет, стопудово охранник. О, вижу их! Адарка. Это челобот, походу, вообще был. Неохота, слишком опасно. Какой-нибудь челобот может в голову просто выстрелить. О, видите? Как чувствовал, блядь, 50 секунд. Погнали, убьем этого типа. Он сначала катки там сидит. То есть вот уже осталось 18 минут, он все еще там сидит. Там просто этот, американский снайпер, знаете? Крис Кайл там сидит тупо. Тепловизором. Ой, как тебе хорошо, чел. Так, в каких кустах челик? Давайте определять. Я бы на его месте, будучи я таким трусом, я бы убежал в медичку и там бы спрятался. Там прятаться можно вообще за каждым углом просто. Там слишком сильный снайпер, мне его не победить. Блять. Кто-то еще был, походу, передо мной. То есть тот убежал назад, а этот где-то перед нами сидел. Мне еще учиться и учиться такому геймплею. Ну, пошли.
Санитар! Одного я это убил? Я убил его. Граната! Нет, одного прихвостня. А, прихвостня, да-да-да. Санитар убил? Готов. Все, всех? Да-да-да, всех. Ядрить я испугался сейчас, когда на них выскочил. А я думаю, здесь сразу боты спавнятся. И сразу такое в голове. Это санитар, блин, думаю, сразу. А, да. И сразу же просто в пролом побежал. Тут. Наконец-то. Всех убил? Феерично, закончил решал. Отлично. Одного. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.